В Москве состоялась рабочая встреча главы республики Егора Борисова с зампредом правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. Глава Якутии обосновал необходимость включения строительства второй очереди республиканского кардиологического диспансера в госпрограмму развития здравоохранения. По итогам встречи было достигнуто определенное взаимопонимание, однако окончательное решение будет принимать комиссия по бюджетным корректировкам на уровне правительства страны. В ходе беседы также были затронуты вопросы о методике распределения субвенций в сфере обязательного медицинского страхования, строительства объектов Арктического государственного института культуры и искусств. Основные направления все очень хорошо сегодня, все соблюдаются. Хотя в социальном блоке есть проблемы по детским садам, по которым очень интенсивно сейчас работаем. Но очень много делается сейчас, благодаря поддержке. Наш разговор будет посвящен тому, что мы сосредоточимся на тех вопросах, которые придадут дополнительный импульс развитию региона.